Два длинных кургана находятся неподалеку от двух больших камней Адама и Ева и датируются 3200 годом и 3400 годом. Одна из самых больших и впечатляющих могил эпохи неолита в Великобритании – West Kennet Long Barrow. West Kennet Long Barrow – западный длинный курган. Был построен 3650 лет до нашей эры и использовался не менее 1000 лет. Он строился в два этапа, так как на полпути вдоль продольной оси есть заметная выпуклость, сопровождаемая незначительным изменением направления. Внутри были обнаружены некоторые кремации, а также погребальный инвентарь, включая керамику, бусы и каменные орудия, а также кинжал, датируемый между 3000 и 2600 годами до нашей эры. Гробница была закрыта в 2000 году до нашей эры, а главный вход был заполнен землей, камнями, щебнем и обломками. Затем передний двор был заблокирован сарсеновыми валунами и построен ложный вход из двух сарсеновых стоек. Наконец, три массивных блокирующих камня сарсена были возведены поперек передней восточной части гробницы. Впервые курган был раскопан в 1859 году. Он был восстановлен, а фасад и помещения на восточном конце реконструированы. Огромный земляной курган сохранился в высоту до 3,2 метра и шириной 25 метров к восточному входу. При длине более 100 метров курган уступает соседнему кургану восточного Кеннета East Kennet Avenue. Хотя сейчас он покрыт дерном, изначально он имел меловые стороны и выделялся на фоне ландшафта. Курган состоит из сердцевины и сарсеновых камней, покрытых меловыми щебнями из окружающих карьеров. В восточном конце кургана находится впечатляющее сооружение, состоящее из 5 комнат, выходящих в центральный проход. Перед ним находится полукруглый передний двор с фасадом из огромных сарсеновых камней, выровненных с севера на юг. Главный проход имеет длину 13 метров внутри кургана, с двумя погребальными камерами с каждой стороны прохода и одной камерой в конце. Боковые канавы к северу и югу от кургана засыпаны.
С вершины кургана открывается прекрасный вид на восточный курган Кеннета, святилище Уидмин-Хилл и Салсбери-Хилл.